This is Steam Deck, the most powerful gaming handheld in the world. Steam Deck is a full-featured gaming PC that lets you bring the games you love wherever you go. Full-size thumbsticks, analog triggers, and user-assignable buttons allow for portable gaming without compromise. Steam Deck's multi-touch display, dual trackpads, and gyroscope bring the full power of PC gaming to your hands. Your Steam games are already on your deck. Just sign in and play. Go beyond the included game storage with a microSD card. You can even stream games from another PC. Deck runs a new version of Steam focused on handheld gaming with features you'd expect, like cloud saves, Steam chat, and more. Steam Deck. 160 take 13, common. Dozens of drivers, only one can become champion. My name is Yume Tanaka. My goal is to become the first woman ever to win the championship. They know who I am. I'm Nathan McKinn, 5-time Grid Series world champion. Soon to be 6 times. Well, that's a new record. If it's grid legal, I can build it to win. Touring cars, muscle cars, open wheel, drift. Best team, best car. Win by having the money, by having the guts. And if these idiots can't keep their cars on the track, it's their problem. But what you keep pulling up there, that stops. But you're gonna get somebody hurt. Hopefully. It'll be you. Bring it on, baby. That's why we're here. Так, кто к нам пожаловал? Я знаю твое имя, но не знаю, что тебе нужно. Почтенный мастер-наставник Эцио Аудиторе де Ла-Ла-Ла. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. Твой отец был ассасином. Приговариваетесь к смерти! Отец! Ты поплатишься за это! Неплохо. Осталось только сделать дело. Жизнь решила за меня. Ты полетел, Эцио, полетел! Теперь ты предводитель ассасинов. Объедини их. Insieme per la vittoria. Vittoria! И освободи Рим. Если я хочу взять, я беру! Когда-нибудь я напишу о тебе книгу. Пусть она будет короткой. Добро пожаловать в Стамбул, Эцио. Покажем ему, что бывает с теми, кто бросает вызов ассасинам. Requiescat in pace. Это случилось много лет назад. Но картины прошлого оживают перед моими глазами. Одной туманной зимней ночью руна смерти была похищена. И полубоги пали один за другим. Первым стал Годвин Золотой. Королева Марика была на грани.
Начался раскол. Война, сеющая лишь мрак. Кольцо Элден было разбито. Но кем? И для чего? Чего полубоги вообще затеяли эту войну? Покоритель звезд, генерал Радан. И клинок Микелы, моление увечное. Два самых могущественных полубога сошлись в страшной битве. Но никто не вышел из нее победителем. С тех пор мы живем в изломанном мире, в ожидании повелителя Элдена. Но, может быть, ты взойдешь на трон. Течи погибли тысячи лет назад. Их великие города превратились в могилы. На их месте возникла новая жизнь. Новые опасности. Я должна найти способ остановить это. Или будет становиться все хуже и хуже. Пока они не уничтожат нас. Я сделаю все, чтобы спасти этот мир. Исследую любые глубины. Разгадаю любые тайны. Преодолею любые преграды. Эта миссия только для меня одной. Если я дрогну, если не справлюсь, никто не сможет остановить это.
Но что бы ни случилось... Я буду готова. She's innocent. Смерть подобна холоду, тут двери не спасут уж нас, а лето еще может быть, но лед останется на нас. Дитя мое, мне нужно так много рассказать тебе, но мне не хватило времени. Жертвы, которую я принес, было недостаточно. Темные боги все еще питаются нашими прегрешениями.
разложение, одержимость, обман, ярость. Тебе придется столкнуться с этими демонами.